А вот британских депутатов отправят на уроки сексуального поведения. Опрос сотрудников показал, что каждый пятый подвергался домогательствам или же был их свидетелем. Как планируют с этим бороться, выясняла наш британский субкор Светлана Чернецкая. Новый кодекс поведения для британских депутатов. Теперь им придется следить за каждым словом в адрес подчиненных и коллег. Причина ужесточения правил – сексуальные скандалы с участием высокопоставленных политиков. В конце прошлого года правительство лишилось двух министров из-за обвинений в домогательствах. Со своих постов уволились глава оборонного ведомства и заместитель премьера. Так что остальным решили рассказать, какие действия и слова недопустимы на рабочем месте. Новые правила будут касаться всех, у кого есть пропуск в это здание. Это не только члены парламента, но и подрядчики, журналисты, помощники депутатов и даже посетители. Также мы хотим сделать обязательными уроки по предотвращению сексуального насилия, неосознанной предвзятости и по набору персонала. Бороться в парламенте будут не только с домогательствами, но и с запугиванием и злоупотреблениями положением. Каждый желающий сможет подать жалобу в независимую комиссию. По результатам расследования обидчика либо обяжут извиниться в письменном виде и отправят на курсы поведения, либо в более серьезных случаях отстранят и принудят уволиться. Согласно нынешнему законодательству, депутатов очень сложно лишить мандата. Но в случае, если уличенный в злоупотреблении не захочет уходить по-хорошему, его имя раскроют прессе и предадут всеобщему осуждению. По данным последнего опроса, около 20% сотрудников парламента подвергались сексуальному насилию, либо же становились свидетелями подобных случаев. А почти 40% пострадали от запугивания или других видов преследования. Теперь дело за самими законодателями. Голосование за новый кодекс поведения состоится уже через несколько недель. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».